уже начало светлеть. Без 4 минут 7. На самом деле так темно, конечно. Всем привет, я встала утром. Еще не было 7 часов. Мы потом расскажем. Остановки показывает вот тут. Месяц уже светит, Ева. Всем привет. И сегодня мы всем Нет, полседьмого вы проснулись. Полседьмого проснулись и пошли на трамвай. Что ты ничего не слышишь, что ты говоришь? Давай отойдем от остановки трамвайной. Вот мы сюда приехали на остановку. Малостранская остановка называется. А вот здесь вот уже слышно. Давай нажимай кнопку. Так, тихонечко надо. Так, у тебя чересчур эмоции чересчур. Я прыгнула и не нажала. Чуть-чуть дернула и побежала. Да не говори. Всех витаю, дорогие мои друзья. Всех витаю, дорогие мои друзья. У меня здесь появился попугайчик. У меня здесь появился попугайчик. Ой, у нее эмоции зашкаливают. У нее эмоции зашкаливают. Все, Евочка, давай расскажем зрителям, чтобы им было интересно. Когда-то рано утром, 5 часов, это было в день заложения первого камня Карлового моста, в июле месяце, по-моему, вот точно надо посмотреть какое-то время, в 5 утра или в 4 даже утра здесь начиналось заложение, здесь проходил в этом году, а, нет, в прошлом, подожди, в прошлом году... Запуталась. Карлов мост был заложен в 4 часа утра. И в прошлом году я снимала видео, когда целая конница приезжала сюда, и сам король, посмотрите видео, как приезжал и закладывал этот мост, первый кирпич этого моста, или камень даже этого моста. А мне еще бабуля рассказала, что там на скользком таком асфальте, там упал конь. Я показывала даже видео тебе, помню. И тогда, в этот день, 5, я проснулась в 4 утра и пошла снимать видео. Ева хотела со мной пойти тоже снять и посмотреть это действие. Но, когда я разбудила Еву, Ева сказала, я не хочу идти. Не хочу просыпаться, да? Не пойдем. Ну, я проснулась, пришла, сняла и это видео. Для вас очень интересное видео, так что обязательно посмотрите его. А когда я пришла домой, Ева начала плакать и говорить, что я хотела. Я когда проснулась, я просто плакала. Да, просто плакала. Когда вас не было. Да, ну на, расскажи свои эмоции, что ты тогда чувствовала. На, раз ты хочешь что-то рассказать. Давай, идем, будем идти. Я не знаю, что мне рассказывать. Ну как это, ты бабушка, ты проснулась. Дальше что было? Я проснулась и начала плакать и обнимать моих животных, потому что игрушечных, потому что я очень хотела. Не беси камеры. Я очень хотела на Карлов мост. Да. Все, давай дальше я расскажу. Ой, иди отсюда, здесь собак. Мало ли что, вдруг укусит. Вот. Меня и я тогда Еве обещала, что я обязательно ее возьму
И Ева мне каждый раз говорит, что идем. Но в этот раз, когда я приехала, девочка заболела, простыла. Ну, что-то я выздоровела, наоборот. Ну, вот сейчас уже ты выздоровела. Вот, а вчера уже нам разрешили. Настя разрешила. Поэтому мы решили сегодня рано встать и пойти. Не так? Вот это уже как он. Я сейчас переверну камеру, уже буду показывать. Уже да расскажу. Подожди. Зима, сейчас темно в 7 часов, поэтому не в 4 утра, как я летом вставала, а пол седьмого я проснулась, Еву разбудила и говорю: Ева, так, если ты скажешь, что не пойдем, значит не пойдем. Я говорю: Ева, просыпайся. И Ева подскочила. Да, и тут же оделась, и мы с ней собрались и вышли. Было темно, но пока мы ждали трамвай, уже немножко посветлело. Поэтому... Да. А, почему же? Мы решили на Карлов мост прийти, и Еве очень интересно, будет ли в 7 утра люди. Ну, уже даже сейчас, наверное, 7 часов 10 минут, где-то так, наверное. Но если выйти на Вацлавскую площадь, там и в 4, и в 3 утра всегда есть люди. А сейчас мы шли по пустынным улицам. Еве было это очень интересно. Эмоции ее переполняют. Кстати, мы будем до вечера. До вечера? Не будем кушать. Нет, мы сейчас посмотрим мост и поедем домой завтракать. А потом, может, выйдем еще погуляем. Вы видите картину, нетипичную для Праги. Обычно здесь очень много людей, очень много туристов. Ты думаешь, старинная? Нет, это сейчас. Да, концерт здесь будет проходить. Идем, пока не расцвело. Мы идем встречать рассвет на Карлов мост. Подъехали трамвайчиком. Вот уже и начинается Карлов мост. Да. Да. Вот отсюда, Ева, кони, как раз вот король отсюда. Вот когда я пришла в 4 утра, вот они с этого места начинали свое шествие. Не-не-не, короли ж разве так? Короли как себя ведут? А ну покажи, нет, как я не короли. Король, я не король. А кто? Я хотела взломать дверь, потому что они были закрыты. Я артист. Вот так артист. Короли ходят. А что-то не видно, подожди, еще раз покажи, как короли ходят, покажи. Короли вот так ходят. Во-во. Да-да-да. Карл IV пошел. Да. Нет, ты королева, не король. Никогда не думала, что ребенку будет так интересно вставать рано утром. Даже Еву так не радовала елка, мне кажется, как радует 7 утра. Поход на Карлов мост. Мы встречаем рассвет. А летом, чтобы встретить рассвет, это, наверное, в 4 утра надо вставать. У него ушки. Где? Вон ушки, вон. Где? Наверху эти штуки, и как будто как ушки. А, ты представляешь себе? Да. Котик. Ева, нету ни одного человека на Карловом мосту. Есть, я видела, тут ходили. Ходили? Ну сейчас, смотри, нету ни одного человека. Птички. Такого не бывает. Почти. Птички есть, да. Но сзади нас уже идут. Не-не-не-не-не-не-не. Блин, смотри, какой я артист. А ну. Ева, надо тихо себя вести, потому что надо почувствовать вот дух старины, есть? Понимаешь? Есть человек там. И сзади есть, и спереди. Но мы должны все это прочувствовать, понимаешь? Вот так. Идем, вот там посмотрим, что там. Ну да, сейчас будем с тобой желание загадывать. Мы всегда вечером ходим сюда. Да. Ну, не получается у нас всегда ходить, но да, почти. Иногда... Когда приходим, сразу загадываем, да? Да, иногда мы сюда приходим, и сразу идем в игрушечную эту штуку. Ну там, где игрушки доставать. Ага. Там, сейчас покажу. Игрушки. Вот с этих ворот мы заходили, видите? Так они и есть. Пошли. Ветер немножко дует.
плюс 6 градусов было, когда мы выходили. Без 15 или без 10 мы выходили. 7 часов 25 минут сейчас время. Так, давай руку тогда быстренько пробежимся. Да не так холодно. Нет? Пошли тогда. А что тогда? Не холодно. Ну, а что тогда? А что так быстро идем? Ну, ты же говоришь, что тебе холодно. Не холодно. Не холодно? Нет. Я говорю, что ветерок просто дует. Ага, ветерок. А вон, видишь, там идет канал течет. Вон. Канал. Кстати, когда мы проезжали когда-то со школой, тут я куда-то ехали, я не помню. Мы проезжали в Ултаву. Ултаву? Да. Ну и мы сейчас тоже на трамвае в Ултаву проезжали. А, я не видела. Пошли. Только ветер дует, и наши шаги слышны, и все. Вот видишь, тоже мужчина снимает. Вон елка. Вон. Да. Кстати, а здесь были такие магазинчики, все убрали уже. А где площадка? Площадка с левой стороны. Что ты говоришь? Согласна. Можете меня каждый день будить утром. Тебе понравилось? Ходить на площадке, чтобы я там была она сама. Шум, слышишь? Воды. Ой! Нет. Ева, отходи, мы мешаем. Это не шум. Ема, отойди, там ты мешаешь снимать. Сильно много здесь репортеров. Что все снимают? Может, сейчас здесь какое-то будет действие, нет? Фоткает Боболюба. А? Фоткает. Просто фотка. Ясно. Не мы одни, оказывается, ее. Надо было вообще нам вставать в 5 утра. Да, 5 утра раньше, да? Ага. Давай будем тоже снимать фото. Подожди. Пошли. Давай руку. Ну, сюда. А вы же не включил? Я не включил? Нет. Включил. Ветер, зараза. Уже стало светлее, и людей стало больше. Да. И птичек больше. По-моему, они и не улетали никуда. Вон, смотри. Нет, вон две птички, еще одна. Смотри, сколько их много. Давай переходим на ту сторону и идем. Мы сегодня в школе чудества. Что говоришь? Мы сегодня в школе волшебства. Почему в школе? Мы в самом волшебстве. Нет, мы в школе волшебства. Да? Ладно. Да.
хорошо. А Вероничка спит. Никучка еще спит. Мама такая приходит, наверное, и меня нету. Пошли. Ну, маму-то мы предупредили. Ну да. Мы домой на трамвае поедем или пешком пойдем? Пешком пойдем. Спортом надо заниматься в вашей трамвае. Ты же говоришь, тебе прохладно, может быть. Нет, если спортмать, на работе поедем. Кстати, а мы что, желание уже? Нет, вот здесь самое главное желание. Возле Яна Непомуцкого загадывается вот здесь. А надо здесь. Это неправильно. Надо возле Яна Непомуцкого загадывать. Вот сюда. Давай. Ты достанешь, нет? Здесь надо загадать желание. Куда? Вот не усмотри секунду. Уже залезет. Все залезло. Загадывать. Все время надо детей держать за руку, потому что они за секунду уже залезут. Да. За хвостать. А я еще лучше лазил. Конечно. Даже лазил. Туда могу залезть. Не-не-не, все. На голову. Да, конечно, конечно. Иди сюда. Больше никуда не лази. Нельзя залазить. Не что можешь эту плитку, может упасть туда. Не трогайте эту плитку, она холодная. Видишь, вот они Яна Непомуцкого бросают. Зачем? Короли. Ну, потому что он был сильно умным. Сильно уже начал. Они побоялись, что он их свергнет, ихнюю власть. Поэтому они его сбросили отсюда. Вот это Ян Непомуцкий. Ну, вот сбросили, видишь, с моста его. Сбросили. И тогда образовалось на воде так 5 звезд. Видишь, у него над головой нимф такой, 5 звезд. Вот давай отсюда сейчас пройдем. 5 звезд вижу. Вот. Такой вот 5 звезд. И люди это увидели и посчитали, что это великомученик, что это святой. И поэтому они стали ему преклоняться. Все, пошли. Что, холодно? А мы еще... Можем идти домой. Я знаю, где еще надо загадывать желание. Ну, это уже, знаешь, можно хоть каждый камень здесь трогать. Только золотой. Только золотой. Ева, отойди сюда поближе, они там видео снимают. Ой, это фото делают. Луна еще есть, но уже светло. Луна уже закрывает свет. О, смотри. Кто это летит там? Это птички. Птицы перелетают, видишь? Здесь как на море чайки. Фигурку, смотри, это утки. А, нет, это наверное, вороны. Карпы. Ну, значит, и здесь. Не вздумай сюда еще залазить. Пошли. Дай руку сюда. Да, а то я уже даже переживаю за тебя. Что ты можешь залезть, а куда хочешь. А туда можно к ребёночку? Нельзя. А вот сюда можно? Вот сюда можно, возле бабушки Любы. Не, на голову Любы. Никуда. Смотри, самая взрослая чайка. И вон еще чайка. А нет, это утка. Это утка. Утка полетела. Вон, 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 вон. Одна большая. Она почему-то одна. А нет, остальное вороны. Чайки и нет, вороны. Она белая. Это чайка. Почему они все садятся вот сюда, смотри? Не знаю, им же нравится. Это малыши, ну, Валюба. Какие малыши? Они зимой малыши не рождаются.
Весной малыши рождаются. Ну, посмотри, сколько их. И, возможно, они прилетают и прилетают. Ага. А ну-ка, ишь, скажи. Они все в речку прилетели. Да. Ева, Ева, не вздумай залазить. Вон они все сидят, видишь? Мама, о, господи, посмотрите, сколько этих черных. Не, вороны это летают, а чайки на... Ну, давайте прилетайте, я хочу вас еще раз там Мы думали, они взлетят наверх, а они полетели вниз. А ну-ка, видишь, они прям вниз туда, в речку полетели. Все, прошли мы Карлов мост. Блин, я забыла самое главное показать. Пойдемте туда, и вы ближите камеру, и там замок. Пошли. Замок Вита вон находится. Не, не дома, вон маленький. Ну пошли, покажем. Вон, видите, это не лесенки у него. Ага. Белый, видите? Да, да, да. Ближите, пожалуйста. Покажите ближе. Да, вот он. Самый красивый. Я туда всегда хотела. Но оказывается, то были не лесенки. А что это было? Просто было так загородок. И туристы начинают потихонечку ходить. А летом с 4 утра здесь больше людей. Просто нам повезло, что нет сегодня туристов с самого утра, да? Посмотрели. Хотя мы пришли, а уже корреспонденты стояли. Или блогер, я не знаю, кто они. Фотографировали уже эту красоту. Следующий раз в 5. Во сколько? 5. В следующий раз? Может, 4? А это еще раньше. А ты проснешься? Да. Вряд ли. Хотя ты сегодня молодец. Ты сегодня проснулась с первого раза. Я сказала, Ева, если я тебя разбужу, ты не проснешься, я дальше лягу спать. А Ева говорит, нет, я проснулась. Я говорю, без 20. Нет, я свое слово держу в руках. 7. В руках держишь? Я отпустила руки, и она у меня вышла, и я сказала, ага, что я встану быстро. Да, Ева запомнит этот день теперь. Даже когда взрослая будет. Раз, два, и встану, и уже одета. И уже одетая, я, да? Я прям, смотрите, я встала с кровати, с лестницы спустилась, и быстро уже одета. Не пришлось бабушке Любе ее ждать. Да. Я уже оделась. Думаю, если скажешь, спать хочу, я снова переоденусь и лягу спать. Ага. А вы знаете, что я когда-то увидела бабушку с розовыми волосами? Где? А, ну вот это. Ну, так сейчас же... Ну, не только ее, сейчас это... Так сейчас нечему удивляться, сейчас все и в зеленый. Где? А конь вот здесь упал. Вот здесь? Вот здесь вот заезжал сюда. А там видишь, как скользко. Ну вон. Вон он там, видишь? Вот он такой спуск получается. И скользко, и он упал. Вот король, Карл IV, видишь? Он этот мост закладывал. Первый камень. Он на меня смотрит. Конечно смотрит. А что ты, говорит, Ева сюда пришла? Я просто хотела забрать у тебя камеру. Да, конечно. Это Карл IV? Здесь были такие шаткие мосты. А Карл IV заложил вот такой один такой вот камень, булыжник такой камень сюда заложил и сказал, здесь будет мост. И потом начали строить. Знаешь, сколько строили этот мост? Угу. И замок Вита тоже Карл IV начал строить. Видишь, когда он пришел править, очень много развил Прагу. Много зданий построил. Ты помнишь замок Вита? Как мы с тобой ходили? Возле
высокий, где там меняется караул. Все. Павлюба, мне в ТикТоке показали, что если у тебя зеленые глаза, то тогда я буду богата. Да? Да, у меня будет много денег. Хорошо. Будешь самая богатая. А у меня тем более зеленые глаза. У тебя зеленые, да? Не серые? Нет, зеленые. Да. А что это? Это влюбленные сюда замочки вешают, чтобы у них любовь была долго-долго. Даже когда они уезжают? Ну да. Ну, все равно потом их снимают отсюда. Столько замочков висит. И даже тут на нем написано. Вот даже вот тут прикреплено. Это самый большой замок? Да. Давайте еще посмотрим. Вот и придумал. Сколько маленьких. И их прицепили к этому. А здесь, наверное, целая компания друзей прицепила. Смотри, уточки. А я увидела военный замок, смотрите. Военный. Почему он военный? Ну, видите, так нарисовано. А, понятно. Ну все, пошли, хватит замки рассматривать. Пошли, а то уж совсем расцвело. Уже все, уже совсем расцвело все. Тучи ушли. О, и видишь фонари? Отключили. Ты в это время уже в школе должна быть. Ева пока не ходит в школу, так как болела. А теперь просто гуляю? Да, теперь просто гуляет. Один магазин не работает. Угу. А вот птиц тут полно. Да. Которые ищут сейчас еду. Ждут туристов. Ну да, и, кстати, птиц нельзя кормить. Да, это правильно. Ева, первые туристы идут, видишь? Чем ты больше разрешаешь, тем меньше незаконно. Бля, я в ТикТоке видела, что там пришла тетя, где-то такой быстро бегает, все открывается. Я даже не знаю, как он это делал. Уже без 5:08. Мы с тобой так медленно идем. Ну, надо летом ходить, когда летом видно восход. Нет, я хочу посмотреть. А сейчас как... солнца не было видно. Конечно, я уже посмотрела, слава богу, как... Что, я, говоришь? Я наконец-то посмотрела, вот этот, как темнота превращается в светлоту. Баба Люба, ваши любимые цветочки. Ой, точно. Мои цветочки. Идешь, направо посмотришь. Такая красота. Налево посмотришь. Зрители, у вас будет задание. Если вы... Давайте вы сейчас нажмете лайк. Нажмете лайк. И подпишитесь на канал. Да, и подпишитесь на канал. И нажмите на колокольчик. Ой, спасибо это большое, что ты напомнила сказать. Это задание на все видео. Спасибо большое, что ты напомнила. Зрители, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Потому что мы вам стараемся показать красоту сейчас Праги.
И дальше тоже постараемся показать. На всех да. видео лайки. Еще Киева будем показывать, потому что бабушка Люба скоро уезжает в Киев. И даже на том видео, когда бабушка Люба будет снимать Киев. Угу. Лайк, подписка и колокольчик. Это точно. Кстати, и комментарии. И комментарии, да, потому что Ева читает комментарии. Мы с Евочкой еще хотим поздравить Юлию Богомол с юбилеем 40 лет. Евочка, поздравляешь? О, видите, что пожелаем крепкого здоровья Юлечке. Поздравляем из самого центра Праги. С днем рождения. Давай вместе скажем. С днем рождения! С днем рождения! О, посмотрите, какая красота! Я самая красивая красота. Да-да-да. Самая красивая красота — это Ева. Не надо снимать город. Меня снимать. Город не надо? Нет. Тебя-то они часто видят, а вот город не часто. А вот город всегда, да? Не трогай. Люба, помните, здесь мороженое? Да, здесь мы мороженое едим. Обычно здесь. Летом. Баба Люба не здесь. Здесь, вот. Вот за этим углом, да. А вот только мы ходим, иногда ходим. Мы так поворачивали, был магазин игрушечный. Угу. Ну, там надо ловить игрушки, что-то играть. Угу. Смотрите, здесь что продается. Конопля. Каннабис или как это назвать. Я в этом не разбираюсь. Но... Мы бы сейчас с Евой зашли в кафе. Попили бы кофе. Что-нибудь сладенькое бы поели, да? Но мама не разрешает. Мама маленькая вредина. Поэтому нам не разрешает ничего сладкого. Не пить, не есть. Сказал, домой приходите и дома будете пить и есть. Да, пить у вас будет вода. Не вода, а чай. Да. А есть у нас каша с супом. У меня будет кофе, у тебя будет чай. И каша. У Евы каша. У меня бутерброд. Или омлет. Что один мальчик попросил: мама, можно мне булочку с чаем? Она говорит: хорошо, булочку с чем? Он говорит: с чаем, с чем? Мама говорит: с чаем. И она принесла ему булку и налила туда чай. Боже мой, вот это мама, да? Вот это мама. Он же сказал: булочку с чаем. Ой, что-то мама какая-то непонятливая. Ага, она прям булку налила чай. Угу. И ты тоже хочешь булочку с чаем, кашу с чаем. И он спрашивает, что это. Она говорит: булочка с чаем. Угу. О, бабуля, смотрите, утянки какие огромные. Да, утята, смотри. Вот наша баба Люба. Угу. Единорожек. Вот как может быть утка единорожек? Я не могу понять. Смотрите, тут даже в маске есть утка. Все пошли. Смотрите, даже королева и король есть. Да. И даже гитарист. Даже кофе себе наливает. Так, давай быстрее. Торт. А сверху, видишь, заяц сидит. Баба Люба. А. На день рождения. Ты же у нас повар. Кто? Вы у нас повар. Откуда я повар тебе? Так что вы мне приготовите на день рождения такой торт? Нет, я такой большой, я не умею, я же не кондитер. Баба Люба, давайте поздравим, там угадай страну. Уже подходим к Староместской площади. Это Италия, Баба Люба. Да, это мы с тобой флаги учили. Да. И будем называть. Угу. Одно кафе уже начало работать. И здесь фотографы. Уже с самого утра и лежат, и сидят, и ползают. Давай то, чтобы кадр к ним не попадать. Староместская площадь. Ну, я не вижу ничего. Пока и облака такие же обычные. Ну да.
И вроде людей как бы вот так и стало. Ну, мы на Староместскую площадь не пойдем. А смотри, уже убрали вот эти будочки, которые были рождественские, помнишь? Уже их убрали. Вот орлои. Смотри, мы можем... Орлои могут бить часы, и нет туристов. И мы с тобой вдвоем смотрим часы орлои. Хотя нет, уже вон. Начали собираться люди. А сколько сейчас время? Эх, мы опоздали на 7 минут. Да, я тоже, как оно банкало. Да? Да. Угу. Ясно. Вот они, знаменитые часы орлои. Смотри, как я меняю АТБ. Вот это чешский хрусталь. Знаешь, как раньше было модно у нас? Да не говори. Раньше столько было. Это все вот чешский хрусталь. Ценится очень этот хрусталь. Чешский. Я помню даже, когда я жила в Узбекистане. Помните, как мы тут ходили? Очень мило, а теперь никого нет. Мы можем спокойно пойти. Да. Здесь такая толпучка обычно. Да. Потому что здесь... Когда идут туристы, как а здесь узкая улица, и все идут на Староместскую площадь. Как кильки в банке. Уже другой. Тут был синий хрусталь, а это белый хрусталь. Видите? Уже уехал бабалюбопылесос. Ну, ничего, там мы его увидим. Вот, вот еще. Вот такой хрусталь. Красавица. Ага. Смотрите, а? Баба Люба. А? А сколько это стоит? Сколько стоит? 8150. Угу. Пошли посмотрим, сколько этот грибочек лампа стоит. А, давайте чайник посмотрим. 1790. А тут 8400. Рыбка. Или как там, 8040? Вон там стоит чайник. 8040? 804. 1804. Это 1000. А, точно. Угу. Лампа а такая это, интересная, а да? Это 1900-500? Нет. 19500. А, 19500. Да. Пошли. А вот, кстати, закрыто. Видите, вот так вот закрывает обычно магазины. Что? Бабушка хвостиком махает. Яснее. Яснее, смотрите. Ага. Ты вообще думаешь домой идти, нет? Нет. Или будем до вечера гулять с тобой? Кстати, я голодная. Пойдем домой, будем кушать. Мама что нам сказала? Ничего. На улице ничего не кушал. Баба Люба, это ваша любимая цветочка. Да. Ева красиво представила вам. Это шапка у тебя на голове такая большая, цветная. Все осталось. О, мы вышли вот к такому собору. Гроши. Да. А вот рынок, смотри, какой. С утра вот такая техника убирает улицы. Видите, вот здесь вот вычищает, это мусор собирает. А еще у них есть такие пылесосы, которые я вам показывала не раз. Чистят такими пылесосами, да? Угу. Вот, смотрите, прибирают дорогу такими мокрыми штуками. Ну да. Счет там мокрый. Угу. Вымывают. Пылесосы. У нас такие зеленые такие огромные, а тут уже маленькие. А вот эти пылесосы, вот. Вот. Они вытаскивают. Ну вот же. Вытаскивают, этим пылесосят. Каждой машинке, оказывается, прикреплен.
Я шлюзы текут. Пошли. У нас всегда с тобой какие-нибудь приключения, да? Да, вчера мы так смеялись. Да. Расскажите, бабуля, я не хочу это говорить. Я уже забыла, мы с тобой все время смеемся, поэтому я не знаю, чем мы вчера смеялись. А я помню, да, выключил тебя просто. А, я помню, да. Да, не будем этому рассказывать. Удивительно так. Смотрите, как я могу испугаться. Испугаться. Да, это Ева испугалась. Чего непонятно. Я так удивляюсь, что даже на Васловской... Даже на Васловской площади, смотрите, мало людей. Такое бывает очень редко, так, такое явление, которое сейчас. Обычно здесь могла, вообще как мурашки. Я вчера не могла остановиться, аж так, что аж мы так смеялись, что я аж думала, что я сейчас задохнусь, я не могла дышать, потому что я так смеялась очень сильно. Мы, может, сегодня покажем, как мы вчера игрались, да? Ну, да. Мы каждый вечер играемся с Вероникой и с Евой, и им смешно. И вчера было такое... Осторожно, сзади велосипедист. Все. Вон бабушка Люба как ходит с цветочком. Вчера налепили и на лицо, да, тоже. Да, на лицо. Еле-еле. А теперь смыли, потому что как же она ходить будет с лицом? Ну да, еле отмыла.